Извините, что это такое? Можно месяц не работать уже. Уже плюс есть. Профит. Губы качала, да. Я появилось желание побирать за таких денег. Да, 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 Александр, спасибо большое. Доброе утро. У меня тоже появилось желание убирать за такие деньги. Кому поубирать за 15 тысяч? Это была разовая акция. У меня это все равно круто. Очень круто. Ты еще в трешке в плюсе. И плюс, ну, типа, ты месяц могла не работать спокойно. И 3 тысячи у тебя еще плюсом было. Короче, бонус плюс. Но акция топ. Мне тоже можно хотя бы один раз такую акцию. Уже все отлично. Нет, я не ищу парня. Испугалась я, молодец. Уволилась. Бейсик, спасибо. Да, бейсики, бейсики. Прикольный ник. Ну, кстати, да. Было бы странно, если честно. Спасибо. Я из Днепра, привет. Где Руслан? А, точно, Руслан пошел спать. Диана, спасибо за подписки. Но, а что Руслан? Он бы не помог в любом случае никаким образом. Нет, ну как, он сделал донаты, он подонатил в ТикТок мне, подарил подарочки, мы спустились с ним до 70... С какого уровня с ним спускались? Ты помнишь? У меня был 67 уровень восходящей звезды, сейчас уже 41. Вообще спустились до 40. Встретимся в 4 школы. Конечно. Город Днепр. Здорово, почему не спишь? Да потому что я думаю. А ты что не спишь? Диана, спасибо за подписку. Я говорила, Диана, спасибо за подписку. Я зашла бы. Вот, ты заходила, был 53-й. Руслан, ты тоже зашел. И поехали. Когда-когда-то. Вообще, кто ты? Не спится, вижу. Я не знаю, наверное, потому что выходные. Согласна. Офджит, мэн. Наша Руслан бы. Реально. Блядь, так еще прикольно, когда мне говорят, спасибо за розы. Говорят по типу, сколько тебе скинуть? Блядь, если бы я сказала, скиньте мне, пожалуйста, на айфон, мне бы скинули на айфон? А, целую сумму айфона. Я думаю, нет. Просто так прикольно. Да, мне знакомый. Кого? Не знаю, кто ты, если честно. Спасибо за 5 роз. Задонатили сегодня. На карту я не помню, если честно. По-моему. Ну, Игорь донатил, там еще кто-то донатил. Ну, где-то, наверное, 2 с чем-то тысячи. Плюс-минус. Ну да, 2000 точно было, наверное. Да я не помню. Я не смотрела даже. Ну, типа, были донаты, но я их не озвучивала. Потому что зачем? Это, мне кажется, нет никакого смысла. Но я так чисто сказала, большое спасибо, и все. Хотя, типа, все хотели узнать, сколько задонатил Руслан. Очень хотели. Все такие, типа, Руслан, сколько ты кинул? Он такой, да неважно. Че не спишь? Да, я думаю. Ты че не спишь? Папа-папа-папа. Кайф. Да ну, прикольно, конечно, да. Днепра. Это, конечно, все круто, 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 но эти деньги уходят очень быстро. Блять, а может просто купить телефон в кредит и просто потом понимать, что вот, бля, реально. Можно же купить кредит, телефон в кредит, если ты не умеешь копить, это как вариант. Если ты понимаешь, что у тебя есть заработок. А Кристина, спасибо за донат. У тебя есть заработок. Не могу просто, как вы деньги тратите, я не могу просто. В смысле, ты не можешь просто тратить деньги? Я легко трачу деньги. Лучше бы я не могла их тратить, я бы копила на что-то там. Короче, я бы просто вот купила бы iPhone в кредит. Сколько там, допустим, сколько платежей дают вообще в кредит, я вообще не знаю. А я нашла сегодня, я просто листала в этот iPhone, ну, типа, хотела телефон, листала что-то.
12, наверное. Нет, короче, нашла пумп 20 вало, по-моему, вало есть. Пумп 20 платежей. 20 платежей есть пумп, прикиньте. Это 3000 в месяц, 3300 с чем-то там. Ну, короче, 3400 в месяц. И, в принципе, можно так 20 платежей каждый месяц. Можно 2-3 платежа сразу оплатить там. И все. И потом за эти месяца, пока у тебя уже оплаченный кредит, 2-3 месяца там у тебя оплачено, у тебя есть время накопить еще и дальше закрывать. Вот тратить не умею просто, блин. Мне бы так. Мало у тебя так сюда. Губы супер. Круто. Данил, спасибо за подписку. 8, 10, 12. Ну, я тоже знала, что, типа, есть 12, есть 15. Максимум 15 я знала. А тут я вижу, типа, кредит, пумп, 20 платежей. Думаю, ого, круто. Сверху написала, прочитай. Там не пропустила сообщение. Виолетта, спасибо за подписку. Скажи, из Европы телефон намного дешевле, чем у нас. Я хочу 14 Pro Max на 512 гигабайтов. Я уже о нем думаю где-то. Ну, типа, у меня сейчас 11, он у меня уже 2 года. И я сейчас очень долго думаю по поводу 14 Pro Max. Я не говорю, какой у меня доход. Зачем знать? Какой-то. Какой-то, но есть. Почему же не 15-й? Потому что 15-й хуёвый. Я не гонюсь за последними телефонами. Я беру по качеству телефона. О отзывах. Больше 30. Давай так скажу. Я... Вот давай за этот месяц. Я не знаю, сколько я за этот месяц заработала. Но я могу сказать так, когда я смотрела первые транзакции, то есть 1 по 10 января, у меня было 47 тысяч потрачено за 10 дней. Я их не почувствовала. У меня не было прям на карте 47 тысяч. На протяжении 10 дней у меня было 47 тысяч. Приход и уход тоже 47 тысяч. Последний сейчас за одну смысл. У меня 13. Круто. Тоже прикольно. Я Натали там что-то писала. У вас не пропустила сообщение. Ты красиво, дякую. Нет, я не видела ваши смс, кто писал. Ребята, продублируйте, потому что чат не пропустила ваше сообщение. 11 Pro Max, хороший телефон. Не знаю. У меня нет 11 Pro Max, у меня у сестры 11 Pro Max. Спасибо большое за розы. У меня просто 11. Да, цена телефона у вас. У нас телефон, ну, 14 Pro Max на 512 стоит 65 500. На сообщение, но мне... Что? А, поняла, окей. Прикольно. Мы на 12 Pro, круто. Я бы могла просто сейчас легко взять 12 Pro Max. Ну, блядь, ну какой смысл с 11 перескакивать на одну модель быстрее? Ну, типа, на одну модель. Какой смысл в долларах сколько? Сколько в долларах 65 тысяч гривен? У меня 14 Pro. Круто. Это классно. 12 Pro Max, не бери такое себе. Да, блядь, я не вижу смысла брать. Спасибо большое за розы. $1200, это не $1200. Это больше, чем $1200, 65. Сколько, блядь, у нас сейчас доллар? 37 с чем-то? Чуть больше 1400. Спасибо за 10 роз. Я свой за 1400. А сколько у тебя? 2к долларов? Я свой за 1400 брела. А сколько у тебя гигабайтов? Вот, 1800, 512, 528. 1900 стоит, почти $2000 стоит iPhone. Какие 2 долларов? 128. А я хочу себе на 512. Вот он стоит. Он стоит $1800. Ну так. Ни мало, ни много. Пиздец. 75 штук. 175 штук. Там не пропустила сообщение ваше, Лиза. 75 штук. Что это? 75 штук. Это что? У меня один терабайт. А зачем тебе на 1 терабайт? Какого парня желаете, какого-нибудь? Но мне не хватает памяти, придется покупать iCloud. Вот, поэтому я хочу себе лучше купить на 512, чтобы не покупать iCloud. У меня сейчас 128, я не покупаю iCloud, пока все нормально, но, блядь, это временно. $2000, 75 штук.
А 65 тысяч долларов. Так, ну не 2 тысячи долларов, я же сказала. Там написали 1800 долларов. 1650, 1600. Ну, короче, 1600. Давайте 1600 и все. 1600 долларов стоит 14 Pro Max на 512 гигабайтов. Просто единственное, что прям тяжелый и большой. А я их, поэтому и хочу. Мне нравятся большие телефоны. 1736, ок. Вот так вот стоит новый телефон. Новые. Ну да, новые, типа, я не хочу БУ брать. БУ, это, блядь, это для меня это ужас. Это дорого для 14 Pro Max даже. 65. Ну, такие цены, приветик. Миша, 1200. Само криви, нет. Ну, типа, я не хотела бы себе брать бушный телефон. Зачем? Лучше, мне кажется, подождать и купить новый, чем брать бушный. Сейчас я вопросы про телефон напишу. На рощине, да, напишу тебе завтра, по-моему. Кучу смогу. Напишите завтра мне? Хорошо. Если ты бы бачу, напоминаю, да, Миша. Не знаю. Подождите. Ой, Миша. А вы откуда? Вы были на эфире у девочки, вы дарили лебедя. Я с вас посмеялась, когда вы написали. Что вы написали на себя? Ну, что-то написали про себя. Смешное. Влог у тебя 14 Pro на 200, поэтому нормальные цены. Нормальная цена. Ну, пойдет. Я не вижу смысла брать 14, 15 Pro. Ну, типа Pro Max, 14, 15. Про... Блядь, уже бежу. 15 я бы не брала. Можно open box, но только распакованный. Реально? А где такое можно купить? Селиспаты? Не. Миша, так не работает у меня. Цель это, конечно... Блядь. Цель... Блядь. Секунду. Цель это, конечно, хорошо, но мне надо попасть в 35-ку. Типа Ябко... Бля, Ябко вообще пиздец, не понимаю. Ябко, кто берет Ябко? У меня подруга брала в Ябко телефон, бушный. Блядь, ну, я не знаю. Я такое не приветствую. Я вообще нихуя не приветствую, у меня ничего нет в этой жизни. Да, нарощенная. Я такой же покупала, распакованный. Блядь. 38, а почему так дешево? Потому что он просто распакованный. В чем прикол?